Добрый день! Сегодня мы знакомимся с Кроссандрой. Кроссандра – тропическая красавица. Кроссандра – растение семейства акантовых, представляет собой в природе вечно зеленые кустарники и полукустарники с яркими нарядными цветками желтого, оранжевого, красного цвета. Районы их естественного обитания – тропики восточного полушария, Африка и Индия. Как комнатное растение обычно выращивают сорта, полученные от родного вида – кроссандры воронковидной. Раньше этот цветок считался капризным, малопригодным для культивирования в домашних условиях. Но в последнее время в продаже появились новые сорта кроссандры. Они более устойчивы, уход за этой тропической красавицей несложный. Уход за кроссандрой. Еще немножко и кассандра, да? В домашних условиях выращивать кроссандру несложно. Если у вас есть хорошо освещенное окно, и вы не забываете регулярно поливать и подкармливать растения. Кроссандра – светолюбивое, теплолюбивое растение. Влажность должна быть повышенная. Поливают кроссандру весной и летом в период активного роста мягкой водой комнатной температуры. Молодые растения пересаживают ежегодно. Молодые растения советуют часто обрезать для образования пышного кустика. После цветения укорачивают на треть их длины. Кроссандра может обойтись без периода покоя. Размножают кроссандру семенами и черенками, верхушечными и стеблевыми, весной и летом. Повреждается также тлей паутинным клещиком. Обычно это происходит при сухом воздухе. Какая красота, Боже мой! Всего вам доброго, дорогие мои, и удачи тем, кто соберется вырастить кроссандру.